Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина. Варю вкусное, насыщенное, полезное варенье из вишни. Вишня будет без косточек. Берем вишню, перебираем, удаляем все плодоножки, хорошо промываем. Варим варенье с косточкой, можно и без косточки, но с косточкой это что-то с чем-то. А из варенья без косточки вы можете делать желе, муссы, использовать выпечки, да и так ложками черпать, с блинчиками, оладушками, с кашами. Вишню удалила от косточек. Вот такая она получается. Я взяла 300 кг вишни, удалила косточки. У меня получился примерно килограмм. И вот такая гора косточек. Итого, чистый вес получается 100 кг. Засыпаю килограммом сахара и оставляю на ночь. Аккуратненько перемешаю сахар, но так, чтобы не повредить ягоды. На следующее утро вишни дадут сок и будем варить варенье. Чтобы не тревожить ягоды, можно вот так их слегка потрясти. Вишня простояла целую ночь, но оказалась она не такой сочной. Слегка влажный сахар. Но ничего, варенье все равно вкусное получится. Теперь ставим на огонь, на маленький, доводим до кипения. Иногда помешивая, надо, чтобы у нас растворился сахар. Ягоды поварились в сиропе минут 10 на слабом огне. Теперь я ягоды вытаскиваю. Ягоды вытаскиваю обыкновенной шумовкой, даю слегка стечь сиропу. И сироп еще без ягод провариваю минут 15. Воду в сироп не добавляла, и получается довольно-таки много сиропа. Сироп проваривается на маленьком огне, и вот так он булькает, красиво играет. Дадим ему буквально минут 15. Сироп проварила и добавляю буквально чайную ложку лимонного сока. У меня вот такой концентрированный. Можете добавить 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, если нет лимонного сока. Выкладываю обратно ягоды и довариваю до конца. Или можно еще поварить минут 10, выключить. Пусть постоит часок второй и потом доварить до конца. Варенье мое готово. Можно разливать по стерилизованным банкам, прям под закатку. Но я разливаю в холодном виде, под пластиковую крышку. Только сняла огня, она еще слегка у меня булькает. Образовавшуюся пенку сниму чуть позже. Выход готового варенья плюс-минус 1,5 литра.